Секрет успеха следующий – это постоянно развиваться. Я услышал о такой концепции, что бывает у человека два состояния – это когда мы развиваемся и когда мы деградируем. Я понял, что нужно становиться лучше, лучше, лучше. Только тогда мы можем стать действительно яркой личностью в этой жизни. Своим партнерам я давал очень много советов, начинающим партнерам. И сейчас, вот после опыта, который я получил в бизнесе, мой совет будет один – это никогда не сдавайтесь, потому что человек, который никогда не сдается, может достичь всего, что хочет в своей жизни.